Всем привет! Вы на канале «Отпуск 24/7». Я Дима Турбин, и мы на Шри-Ланке. В этом выпуске мы не будем останавливаться на каком-то конкретном отеле. Мы покажем вам два курорта. Это Хикадува и Унаватуна. А потом мы отправимся в центр острова. Шри-Ланка – это в прошлом остров Цейлон, расположенный от Украины в 6500 километров. Со всех сторон остров омывается водами Индийского океана. В этом ролике мы с вами рассмотрим два самых популярных курорта, расположенных на юге острова. Это Хикадува с ее бескрайними песчаными пляжами, которые привлекают серфингистов со всего мира, и бухты Черепах, а также Унаватуна с тихими водами прекраснейшей бухты, расположенной под храмом Будды. А также мы прокатимся в город Гале и посмотрим его достопримечательности. Первые $100 для покупки симок мы разменяем прямо в аэропорту. Размен валют в аэропорту – это биржа. Каждый из них сидит в окошке и показывает табличку с цифрой. Сейчас он не хочет показать, потому что мы не продали ему доллары. Сколько долларов? Снимай. $1. Ага. $1. Окей. 100, please. Для того, чтобы вы поменяли доллары, вам нужно дать свой паспорт. Они везде пишут «нет комиссии», но по факту она где-то есть. Там $202, там $203, а здесь вот $205. Хотя у него тут написано $200. Так что, господа, торгуйтесь. Так как мы снимаем ролики, нам нужен интернет. Самый лучший и интернет на Шри-Ланке – это Диалог. У них есть сейчас два крупных тарифа – 49 гигабайт и 35 гигабайт. 49 гигабайт имеет вот такие характеристики, а 35 – вот такие. Обратите внимание, что и интернет на Шри-Ланке делится на ночное время и на дневное время. И если вы купили 49 гигабайт, то вы их все днем использовать просто не сможете. Мы берем две карточки 49 гигабайт и 35, соответственно 2200 рупий и 1600. Курс рупий вы сможете посмотреть по гуглу. Так, карточки уже куплены, и мы идем уже на трансфер. У нас трансфер с аэропорта Коломбо до Хикадувы, и примерно это стоит $50-60, так как ехать 150 километров. Отдельно остановлюсь, где мы взяли трансфер. Трансфер мы взяли у Сурейки. Нас встречают. И стоимость этого $50. А пока мы едем, я в двух словах расскажу вам, кто такая Сурейка. Сурейка – это руководитель туристического агентства, расположенного в Хикадува. Когда-то года три назад я заезжал в Хикадува и познакомился с ней при съемке отелей. Кто подписан на наш канал, вы можете посмотреть. Конечно, качество съемок было ужасное. Это было первые наши съемки, но я снимал очень много отелей. И до сих пор очень многие люди благодарят за то, что они, в принципе, их увидели. Тогда не было блогеров, которые обкатали всю Шри-Ланку и сделали много качественных роликов. С тех пор через Сурейку мы отправляем очень много наших туристов, которым нужны индивидуальные трансферы, которые хотят получить экскурсии по очень низким ценам. И это на самом деле круто, потому что она разговаривает на русском. Для Шри-Ланки это очень большая редкость. Например, трансфер у Сурейки нам обошелся $50 на двоих. Если вас больше двух, то там что-то $60. А если вас там уже получается 6-7 человек, $75. И это мы с аэропорта Коломбо 150 километров по платным дорогам сейчас будем ехать непосредственно в Хикадуву 2 часа. То есть стоимость трансфера для Шри-Ланки через нее – это уже выгодно. Стоит отметить, что у Сурейки есть вилла Сурейка. Это место, вилла, которая расположена в Хикадуве. Мы на ней будем проживать. Мы ее тоже отснимем, вам покажем. Кто захочет поехать своим ходом, пожалуйста, приезжайте, договаривайтесь с ней. И у Сурейки есть группа экскурсий в Телеграм. Мы также на эту группу дадим ссылку. И вы сможете с ней там общаться и заказывать экскурсии, задавать вопросы, вплоть до того, какая сейчас погода. Она очень контактная и очень добрый человек. Обязательно вам покажем Сурейку. Ждите. Вилла Сурейка расположена в Хикадува на второй линии, прямо в джунглях. Утром и вечером по ней шастают обезьяны и вараны. Днем они, конечно же, прячутся от жары, но одну обезьяну нам все-таки удалось поймать на дереве.
номера в этой вилле небольшие, но компактные, и они очень уютные. Вот один из номеров этой виллы. В номере есть шкаф, кровать, санузел и кондиционер. Чтобы вас не съели комары, кровать накрыта вот таким вот балдахином. Сама кровать огромная и удобная, и комары нас ночью не кусали. На каждом этаже есть зона отдыха и кухни. Собственно, вот так выглядит и кухня. Вы можете сами себе приготовить еду. А хранить вы ее можете в холодильнике. Советую не бросать продукты на кухне, потому что утром и вечером здесь бегают обезьяны. Завтрак на вилле у меня начинается очень просто. Натуральный манговый фреш. Стоит он тут чуть больше $1. И отдельно я хочу сказать, почему я это все рассказываю. Вы можете сэкономить на отдыхе в Шри-Ланке, взять самый гадкий отель и самый дешевый тур в подборе в Хикадуве и переехать на вот эту виллу за $25 в сутки. При этом на такси вам тратиться не придется. Вас Сурека приедет и заберет к себе. Примерно точно так же поступают наши туристы. И очень довольны. Сейчас мы идем на пляж. Нам и идти буквально 5 минут. А самое прикольное, что кокосы рядом, бананы тоже. И вот весь прикол жизни на Шри-Ланке заключается именно в том, что экзотические фрукты, деревья и заросли прямо у тебя либо над головой, либо же рядом. Но тишина длится недолго. Как только ты выходишь на центральную дорогу, к тебе пристают куча тук-тукеров, но это прикольно. Есть куча магазинов, и пляж находится по правую сторону от меня. Самым популярным местом в Хикадуве является Черепаший пляж. Именно на него мы направляемся. У этого пляжа есть одна особенность. Это риф, который закрывает от волн. Вот это и есть самый популярный пляж Хикадува. Фишка вот этого пляжа заключается в том, что здесь приплывают огромные по 1.5 метра черепахи, и вы можете с ними поплавать и их покормить. Направляемся туда. Местные вокруг черепах устроили целый базар. Тут вам продадут и водоросли, и маски, чтобы вы посмотрели и покормили черепашек. Уля. Хочу отметить, что не надо платить для того, чтобы поплавать с черепахами. Здесь они плавают в свободном доступе.
А узнать, какие отели мы снимаем в настоящий момент, вы можете, подписавшись на наш аккаунт в Instagram. Там же вы можете оставить запрос на бесплатный подбор тура и поучаствовать в розыгрыше на бесплатное проживание в одном из отелей. Обращаю ваше внимание, что розыгрыш отелей проводится только среди подписчиков одновременно и YouTube-канала, и аккаунта Instagram. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь. И именно благодаря черепахам и этой бухте все стараются взять отель в этом районе. Самый крутой отель в Хикадува – это Хикатранс by Cinnamon. И он находится прямо возле пляжа с черепахами. И мы сейчас находимся на территории этого отеля. У этого отеля два бассейна. Один взрослый за моей спиной и один детский лягушатник. Несколько баров. Один из них – пул-бар. И он работает до 5 часов вечера. Второй бар называется Тропик. И он работает после обеда и до 11 часов вечера. А чтобы вас не покусали комарики, даже на улице стоят фумигаторы. В этом отеле я рекомендую вам брать all-inclusive, потому что у него очень классный ресторан и не нужно будет тратиться на питание за пределами отеля. Кроме того, вам на all-inclusive доступен бар, но там входит вино, пиво и коктейль мохито. Виски, коньяк и так далее, это все уже за дополнительную плату. Питание в этом отеле очень достойное. Есть и мясо, и рыба, и морепродукты. А что еще самое главное в этом ресторане, так это панорамный вид на океан. Мы попросили на рецепции показать нам один из категорий номеров. И посмотрите, какой номер. В этом номере три кровати, а есть номера, где одна большая кровать king size и доставлена еще одна вот такая вот полуторная кроватка. В каждом номере есть удалитель влаги, поэтому ни в одном номере отеля нету запаха сырости. В номере есть мини-бар, он не наполняется ничем, также в номере есть чайник и сейф. Я рекомендую вам брать номер с видом на океан, потому что это потрясающее зрелище. Все 150 номеров отеля имеют вид прямой на океан, поэтому он является одним из самых лучших отелей Хикадувы. А теперь посмотрите, вот это отель Хикатранс, а вот это бухточка с черепахами. И посмотрите, насколько здесь идеальный штиль, и можно здесь плавать с детьми. Соответственно, вот те дальние отели также ходят сюда купаться пешком. На самом деле идти сюда ровно 1 минута. Сейчас мы с Димой подойдем к вот тем отелям, которые там скучковались. Эти отели часто идут первыми в подборе тура. А если вы из Украины, то подобрать тур вы можете у нас на сайте отпуск24.com.ua. Для этого вам достаточно выбрать регион, куда хотите полететь, город вылета, указать даты, указать количество ночей в туре, также указать, сколько летит взрослых и детей, нажать кнопочку «Найти» и получить полный список туров в этот регион. Наш сайт максимально удобный для туриста. Вы также можете посмотреть, где по карте расположен каждый из предлагаемых отелей. Например, сейчас вы видите Хикатранс. А вот те отели, куда мы сейчас направимся, и мы вам их покажем. А покажем вам Coral Rock by Bonsai, покажем Mamas, Yukade и Coral Sands. Тур в каждый из отелей вы можете забронировать прямо у нас на сайте, нажав кнопочку «Заказать тур». Также вам доступна рассрочка без процентов на 10 месяцев. Никаких скрытых платежей. Обращайтесь. Первый отель в нашем списке – это Coral Rock by Bonsai. Давайте зайдем внутрь, чтобы не было слышно этого шума. В
Вы очень часто спрашиваете про этот отель, и он зачастую дороже, чем Цитрус. Цитрус мы вам покажем чуть позже. Фишкой этого отеля является бассейн, который расположен прямо на берегу у океана. Самого пляжа у отеля по факту нет, поэтому все пользуются пляжем там, где черепахи. Но если в океане штиль, то можно по лестнице выйти через камни и покупаться. Штиль в океане? Вряд ли. Сейчас нам покажут один из номеров отеля, и мы его сейчас посмотрим. Нам показывают стандарт Sea View, понятно, что этот номер лучше. В номере есть телевизор, чайный набор и пустой мини-бар. Большая king-size кровать, она очень удобная. Дима как раз на ней когда-то спал, наверное, года 3 назад, говорит, удобно. Шкаф, перекосившиеся лампы, полотенечко, все очень простенько, но стильненько. Если у вас номер с видом на океан, я туда выходить не буду, то виды у вас потрясающие. А вот если у вас номер расположен по другую сторону, то вид у вас будет на дорогу и будет шумно. Друзья, если отель стоит дешево, я рекомендую сюда ехать. Если же он стоит дороже, чем Цитрус, то однозначно в Цитрус Хикадува. Следующий отель – это отель Мамас, и он самый дешевый в подборе тура. И это шри-ланкийский трэш. У него есть ресторан, и здесь, кстати, очень часто все зависают. Мы попросили, чтобы нам показали номер. И первый номер – это VIP, потому что он с окном. Окно, конечно, прикрыто ужаснейшими шторами, но для Шри-Ланки это норма. Зато есть вид на океан. Через крышу. В номере есть кондиционер, что немаловажно. А также, судя по телевизору, что он накрыт пленкой, видимо, есть номера и похуже. Дабы вас не испугать, я не буду на нем сильно зацикливаться. Но без лампочек. Зачем они вам нужны? В принципе, но чистенько, господа, чистенько. Санузел в номере более приятней, чем сама комнатка. Вот такой вот. А вот следующий номер я вам не рекомендую, потому что у него даже нет окна. И света. Все. Покажи, что там за окном. А за окном... О, так это балкончик. Импровизированный. Смотри. Нет, туда, наверное, не надо выходить. Просто посмотри здесь. Ну это трэш. Это реально трэш. Зато стены покрашены. Ну да. Телевизор тоже такой же. Есть кондиционер, тоже, что немаловажно. Но я не вижу, что есть свет. Если вы хотите пляж, то идете на пляж там, где черепахи. Тут одна минута буквально. А все номера находятся прямо вот там. В домике, где крыша. Друзья, я напоминаю, что это самый дешевый отель в подборе тура. Номера дно, расположение супер. Отель такое, но персонал здесь классный, поэтому сами принимайте решение, ехать сюда или нет. Следующий отель – это Coral Suns. Давайте зайдем, чтобы не было шума. А вот этот отель я рекомендую. Здесь классный бассейн, здесь классные номера и очень крутое расположение. За моей спиной номера с балконами и бассейном. Реально, посмотрите, как здесь круто. В этом отеле нам показывают делюкс. Делюксы находятся на втором этаже, стандарты на первом.
Мини-бар в номере есть, чайный набор есть, кондиционер есть, телевизор есть и кровать, она мега удобная. Балкон тут – это выход на общую террасу с видом на океан. У каждого номера есть свои лежаки. Стандарты мало отличаются от делюксов. Это просто первый этаж, и у них выход на вот такую зеленую травку. А пляж здесь бомба. За моей спиной имеется большой барьерный риф, который ограждает волны, и здесь людям приятно купаться. Но есть нюанс. Из-за того, что бухта является безволновая, здесь много пришвартовываются лодок. Скажу честно, никто еще не жаловался, что здесь там какой-то бензин, масло, все довольно-таки экологично. Мало кто вам покажет отель UKD Tourist Trest. Потому что турагенты в него не ходят, не доходят, а в инфотурах их даже не показывают. Отель расположен через дорогу от океана. Считается вторая береговая линия. Но по факту тут просто перейти дорожку, и вы уже возле океана. Он похож просто на чей-то дом, серьезно. Сейчас я спрошу, покажет ли нам комнату или нет. Но если даже и не покажет, ну, ничего. А, wait. И сразу нас встречают вот что. Hello. No. We tour agent. From Ukraine. From Ukraine. This my visit card. Получилось договориться, пошли смотреть. И посмотрите, я даже разбулся. Тут просят разбуваться. Отель очень чистый и очень семейный. И нам показали стандарт рум. Номер на самом деле мега простой, но он очень чистый и, кстати, очень нормальные еще и матрасы. Друзья, все такое, конечно, старенькое, это, но мне напомнило, как будто я приехал к бабушке в село. Чистенько, но старовато. И это так уютно. Я уже даже соскучился за этим. Друзья, все отели, которые мы показывали, в номерах есть туалет. Просто мы на него не обращали внимания. Вот, туалет сам. Я открою шторку. А мини-бара здесь нет, но это такое. Все очень чисто и уютненько. Реально как у бабушки. Между этажами есть вот такая вот релакс-зона. В принципе, отдохнуть, посидеть, пообщаться, выпить кофе можно. И в этом отеле нету ресторана. Но можно выйти на центральную улицу и там покушать. Пока мы снимали отели, мы и изрядно проголодались. Поэтому мы вам сейчас покажем, где можно покушать. А кушать мы будем в Moonlight. Кафе Moonlight – это лучшее кафе Хикадува. Расположен он между Цитрусом и Хикатранс Бецинамон. Найти вы его можете также в Google картах или же посмотреть наш обзор 3 года назад. Будет в описании ссылочка. Цены я вам сейчас покажу по меню. А также мы уже заказали еду себе и покажем размер порции. И очень важно, когда вы приходите, не заказывайте очень много, потому что тут огромные порции. Закажите одну, скушали, не наелись, закажите вторую. Итак, фреши. Все фреши из натуральных фруктов, а цены 300-350 рупий. И вот посмотрите на размер этого сока. А вот стоимость рыбы и креветок. А мы заказали вот это, сладкие и кислые креветки, 1250 рупий за порцию. Также вот цена за свинину с
спагетти мы не будем останавливаться, и крабы. Также цена за кальмары, курица, блюдо из риса и лапша. Также у них имеется лобстер, но это лобстеры и вот эта рыба, она идет на вес. И еще есть момент. Во всех кафе и ресторанах Шри-Ланки добавляются чаевые. Плюс 10% к чеку. Вот это все одна порция. Рис и набор креветок с овощами в кисло-сладком соусе. Я это все сам не съем, поэтому мы с Димой поделимся. Господа, это очень вкусно. Реально очень вкусно. И не остро. Итого, два огромных фреша маракуйя манго, две соды, одна огромная тарелка с морепродуктами и одна тарелка риса. Обошлось нам всего в $10. Я считаю, как для обеда это идеально. 2 300. 2. Итак, мы перекусили, и следующий у нас по плану — отель «Цитрус». А узнать, какие отели мы снимаем в настоящий момент, вы можете, подписавшись на наш аккаунт в Instagram. Там же вы можете оставить запрос на бесплатный подбор тура и поучаствовать в розыгрыше на бесплатное проживание в одном из отелей. Обращаю ваше внимание, что розыгрыш отелей проводится только среди подписчиков одновременно и YouTube-канала, и аккаунта Instagram. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь. «Цитрус» – это самый популярный отель в Хикодуве. Сюда, наверное, продано 95% путевок. У отеля первая линия, собственный бассейн и непосредственная близость к пляжу с черепахой. Бассейн у отеля достаточно глубокий, но это не мешает в нем плавать детям. Работает отель как на завтраках, так и на полупансионе, и даже на все включено. Но мы рекомендуем брать этот отель на завтраках. Несмотря на то, что отель «Цитрус» расположен на первой береговой линии и считается неплохим, пляжем он похвастаться не может. Визуально вроде бы песок и океан, но если зайти, там уже камни. Поэтому купаться все ходят вот туда, там, где виллы расположены. Либо вот туда, там пляж с черепахами. Там мы были раньше, мы уже вам все показали. А мы сейчас пойдем попросимся, чтобы нам показали номер. Нам показывают стандарт и делюкс номера. Это номер стандарт, находится он на третьем этаже. Он выглядит небольшим, но очень приятным. В номере есть телевизор, чайный набор и по стандарту Шри-Ланки пустой мини-бар. А также номер оборудован сейфом. На санузле мы зацикливаться не будем, все цивильно, как в стандартной четверке. Отдельное внимание хочу уделить виду из балкона. У меня с балкона открывается вид на соседний балкон, можно в принципе познакомиться с соседями, и обалденный вид на океан, правда немного прикрыт деревьями, но я его вижу. А дальше нам показывают делюкс. Пошли, Дима. Номер «Делюкс» находится на этажах повыше, и он, соответственно, больше. Этот номер, помимо того, что оснащен основной кинг-сайз кроватью, есть доп-кровать и кресло. Для меня это такой уголочек, где ты можешь развернуть кресло, отдернув шторы и смотреть на океан, сидя в кондиционированном помещении. Ну что, выходим на балкон.
Помните, как 3 года назад Дима, стоя именно на этом месте, вещал про отель Citrus Hikkaduwa? Теперь стою здесь я. Если вы забронируете тур в Citrus, то вы сможете точно так же стоять на этом балконе и наслаждаться этими видами. Абсолютно все номера в этом отеле имеют вид на океан. Напротив отеля находится супермаркет Сандарини, а чуть-чуть дальше находится кафе Moonlight. Вот, в принципе, отель Citrus. А по соседству с ним расположен мой любимый отель, это Lanka Super Corals. К сожалению, данный отель сейчас закрыт для посещения туристов, так как Lanka Super Corals на данный момент это ковидный центр. Но почему-то в подборе у некоторых туроператоров Украины я его вижу. И к чему же готовится? К овербукингу? Индийский океан, воды которого омывает берега Цейлона, является одним из самых теплых в мире. Но при этом его далеко нельзя назвать ласковым. Даже в самое тихое время его волны достигают 2 метра в высоту, поэтому берега Шри-Ланки привлекают серфингистов со всего мира. Основная часть пляжной полосы Хикадувы имеет прямой выход на океан, без защиты барьерных рифов, как в бухте Черепах. Туда мы и направимся, чтобы показать вам основную пляжную полосу Хикадувы. Хикадува – это бескрайняя полоса пляжа. Лежаки, конечно, есть, но они принадлежат, как правило, отелям, которые расположены на первой береговой линии, либо же кафешкам и виллам. Так как здесь океан постоянно штормит и постоянно есть волны, это место облюбовали серферы. Но если вы любители спокойного, то вам в бухту с черепахами. Огромное количество серфинг-центров и инструкторов позволит научиться серфить даже самому неопытному туристу. Главное, чтобы вы умели хорошо плавать. А оборудование вы сможете взять в аренду прямо на пляже. За моей спиной известный отель Ritas. Он является больше молодежным, так как молодежь едет сюда, особенно для того, чтобы дешево покататься и посерфить. Сразу хочу сказать, что сервисом он не пахнет. Номера убитые. И если вы вдруг молодая пара, которая хотите релакс или же планируете свадебное путешествие, однозначно не в этот отель. Однозначно. А если вы молодой мужик, девушка, да, и вы готовы просто серфить, и вам нужна просто кровать, пожалуйста, по другим причинам не выбирайте этот отель. Но если вы вдруг попали в этот отель и ваш турагент вас не предупредил, что это дно, значит, договаривайтесь на рецепции, заплатите $50 и вам дадут видовые номера на 3-м и на 2-м этаже. Если же вы не договоритесь, вы будете жить в номере без кондиционера. В номере даже без кондиционера. А мы хотим проакцентировать ваше внимание, что лично обкатываем страну и посещаем все отели, прежде чем поселить туда своих туристов. Наверное, поэтому 90% наших туристов стают постоянными клиентами «Отпуск 24/7». Не стоит путать отдых на море в Турции с отдыхом на побережье Индийского океана. Именно тут ты ощущаешь мощь и силу природы. Именно тут, находясь на пляже, ты понимаешь, что до посещения Шри-Ланки не видел мира и хочешь вернуться сюда вновь и вновь.
Но настоящее волшебство Шри-Ланки – это тогда, когда наступает вечер. Можно взять бокальчик пива, либо чашечку кофе, либо какого-то вкусного коктейля, сесть и наблюдать за прекрасным закатом. Каждый вечер отдыхающие занимают места в прибрежных кафе. Естественно, всем хочется получить место поближе к океану, чтобы наблюдать красоту засыпающего неба. Кто-то ужинает, кто-то гуляет, а кто-то готовится к ночной тусовке. А мы отправляемся к себе на виллу, монтировать ролик и готовиться к завтрашним съемкам. Мы показали вам только первую часть из серии роликов про Шри-Ланку. В следующих роликах вы увидите поездку в Гале и Унавотуну. А также мы вам покажем офигительную экскурсионную программу по Шри-Ланке. Поэтому не забывайте подписаться на наш канал и ожидать следующих выпусков. А с вами была команда «Отпуск 24/7». И если вам понравилось это видео, поставьте лайк.